Ребята, жизнь порой рандомная штука. Сейчас вы идете по ровной дороге, а через 3,19 секунды падаете. Жизнь она такая. Падаете прям щами в грязь. Прям ноздропырками ее зачерпываете. Но в душе вы должны быть стойкими и найти силы, чтобы встать, высморкаться, вытереть грязь с губ. И немножко с десен, и небы. И вы должны идти дальше, преодолевая преграды и трудности. Падайте, но поднимайтесь. Пока.